Добрый день, дорогие мои друзья. YouTube.com Мила Гусев. Приветствую вас на своем канале. И вот я как бы сейчас нахожусь в Лас-Вегасе и хочу с вами поделиться. Клиника, где именно у нас рожают женщины. Здесь все очень продумано. И я, конечно, в восторге, потому что я такого не знала никогда и не видела. И можно сказать, у нас все было когда-то раньше, давным-давно. Вот как бы рождение моего внука сегодняшнего. И смотрим сейчас. Сейчас такой ответственный момент. Вот у меня внучек родился. И вот такие следочки. А вот когда женщина рожает, ну, сейчас как бы идет уход. И вот такая амбулатория, можно сказать. То есть полностью оборудован. Место, где малыша, когда приняли, его сюда ложат. И здесь специально здесь лампы, здесь целая установка. Вот смотрите, пожалуйста, вот так. Настолько медицина. То есть все продумано. Это огромная-огромная комната. И здесь все продумано. Целые установки, конечно, допустим, я вижу это в первый раз, но настолько все продумано здесь. Мамочка родная, столько приборов. Вот это лампы специально, вот эти лампы. Здесь специально подогрев идет. То есть. Вот малыша ложат, здесь необходимый уход после рождения сразу же. Вот. Итак, дорогие мои друзья, я очень-очень счастлива. У меня родился внук, я очень счастлива.